Всем привет! Я с дочкой, с детьми ездила по магазинам, искали там к зиме, ну что-то докупить надо было детям. Ну и я себе заодно искала головной убор. Но я так себе ничего не нашла. И мы решили заехать в Лидо пообедать, который находится на улице Краста, большой Лидо. И потом поедем дальше. Я вам еще зимнее Лидо не показывала. Немножко покажу. Я представляю, вот как вечером здесь светится все. Вечером, конечно, красивее. Карусели здесь не работают. Ну, видимо, холодно, поэтому все закрыто. Елка на месте. Да, здесь надо вечером приезжать. Наверное, эти фонари вечером красиво светятся. Здесь такой большой камин. Уже дрова приготовили. Ну что, зайдем, поедим, пообедаем. Наверху много народу, мы решили вниз пойти, спуститься. Внизу народу поменьше. А я взяла себе драники и, конечно же, кофе. Здесь уже так украшено все к Новому году, красиво. Как здесь внизу красиво, даже телевизор есть. Здесь, наверное, вечером музыка. Там еще какая-то комнатка, помещение. Зайдемте посмотрим. Ух ты, тоже красиво. Елочки уже. С подарочками. А здесь живая музыка вечером с 7 до 10 вечера. Подъехали к торговому центру Моллс. Решили быстренько зайти, посмотреть, может, здесь найду шапку. Поднялась я на второй этаж. А здесь, смотрите, почти все магазины закрыты. Что слева, что справа. Все позакрывали. Чувствую, что я шапку здесь точно не куплю. Потому что я здесь 100 лет не была, в этом торговом центре. Никого, я здесь одна, по-моему, хожу. Ау, люди! Вы где? Слушайте, я в шоке, все закрыто. Здесь когда-то кафе работало, сейчас вообще темно и пусто. Здесь слева, я помню, обувной магазин был когда-то. Смотрите, все закрыто и темно. Вот там где-то еще один человек ходит. Сюда можно только прийти, как на выставку, картины посмотреть. И знаете, один магазин открыт, 10 закрыто. Да уж. Такой красивый торговый центр, жалко. Ресторан Ганбэй тоже закрыт. Никого нету.
Здесь рядом, когда построили Акрополис, торговый центр большой, мне кажется, все стали туда ходить. А сюда уже так, намного меньше народу. Поэтому им невыгодно стало, и позакрывались многие магазины. Приехали в Реми, хочу быстренько забежать в аптеку, мне надо. Я заодно вспомнила, что меня как-то просили пару раз показать, какие у нас цены на лекарства в аптеке. Ну, лекарства я не знаю, у нас по рецепту, поэтому я цены на лекарства, может быть, и не получится показать. Так, а что здесь закрыто? Блин, и аптека закрыта. О, смотрите, и аптека сворачивается. Пустые полки. Да, аптека закрыта. А, ну она хоть не навсегда закрывается. 2 декабря откроется. Там просто ремонт сейчас идет. А то я уже испугалась. Думала, уже аптеки закрываются. Ладно, тогда в другой раз вам как-нибудь покажу цены. В другую аптеку зайду. Вышла я в лес прогуляться. У нас уже совсем зима. Настоящая. Уже морозик. Дети уже на санках вовсю катаются. У нас тут очень много разных горок. Больших, маленьких. В лесу. Ну, не в лесу, у нас тут как и лесной парк. Я как раз сейчас прохожу мимо самой большой горки, которая у нас есть. Здесь дети катаются уже на санках. Ну, может быть, она не самая большая, может, где-то еще есть больше, я не знаю. Наши дети тоже любят на этой горке кататься. Но они сейчас возле дома гуляют, так ненадолго вышли. Потому что, ну, у кого-то там сопли, ну, как всегда обычно. Как в садик, в школу идут, так вечно что-то приносят домой. Вот, ну, хорошо, хоть у нас сейчас дома тепло. Но вчера, конечно, у нас был небольшой стресс. У нас вчера отключили где-то на часа 4 газ. А у нас же газовое отопление. Вот, ну, у нас на дверях висело объявление, что у нас отключат по техническим причинам где-то с 10 до 4 газ. Ну, будут там что-то делать. Я в этом не очень разбираюсь, там, в этих трубах. Вот. Ну, мы думали, пока дети в садике, в школе, ничего страшного. А нам отключили где-то 3:30. И долго не было газа. У нас уже квартира остыла. Мы уже стали замерзать. Вот. Это хорошо еще у дочки плита электрическая. Она хоть могла там приготовить что-то покушать детям после школы, там, после садика.
Вот, ну, потом, слава богу, нам подключили где-то около 8 часов вечера. У нас даже соседи уже стали названивать в эту аварийку и ругались. Говорят, у нас маленькие дети, включите нам газ. Ну, тогда нам включили. Мужчина там пришел, сказал, можете уже пользоваться. Мы вам подключили. В общем, не знаю, что это было. Во всей Риге или только у нас на районе. Но у нас во всем доме не было газа. Ну, все обошлось. Надеюсь, там починили. Больше такого не будет, надеюсь. Даже не верится, что уже зима, можно сказать, наступила. Вроде недавно было тепло, а уже холодно. Настоящая зима. Вот хочу вам показать нашу зимнюю сказку в лесу. А, и всем спасибо, кто за меня переживает, что я без головного убора, без шапки хожу. Я сейчас надела капюшон, так что мне тепло. Я просто когда себя снимала, я сняла его, ну, чтобы вид был более-менее. Вот. Хочу дойти до озера, посмотреть, как там вода замерзла или нет. Какая у нас тут красота. Вода не замерзла. Ну, еще не такие сильные морозы, видимо. Ну, такой на берегу лед уже плавает. Thank you.